Премьера на Ленфильме. На киностудии представили документальный фильм «Я самый обыкновенный солдат», посвященный Борису Феофанову, участнику и ветерану Великой Отечественной войны. В картине, снятой режиссером Сергеем Тамоновым, интервью с героем, кадры из его жизни, а также воспоминания близких людей. Часть киносъемок, они носят такой мемориальный характер. Это слова близких по клубу кавалеров, по работе его в школе, в том числе сами школьники, которые прекрасно знали Бориса Капитоновича. Полковник, командующий артиллерией 3-й гвардейской армии, кавалер ордена Александра Невского, уже даже будучи в преклонном возрасте, продолжал заниматься патриотическим воспитанием молодежи.